Короче, это мясо. С которым наша светлость играет. Вась, скажи, пожалуйста, ты офигевшая просто рысь, которая не жрет мясо. Мама специально девочке нашла коленную чашечку, вкусную, хрящик. Ой, какой хрящик. Василис. Вот для чего мясо нужно. Играть с ним надо. Это же забавная игрушка. Все говорят, нас плохо кормят, да, Вась?